В салоне красоты, открытом в ЖК «Римский квартал», гостям всегда рады. Но в тот день, 11 февраля, здесь появился неадекватный посетитель. В 11 часов дня от дежурного МВД к нам поступила информация о том, что по адресу Римский проезд, дом 3, неизвестный гражданин угрожает ножом и топором хозяйке салона красоты. Усугублялась ситуация тем, что в салоне не было тревожной кнопки. Известили правоохранители по телефону, а значит, времени на задержание преступника оставалось меньше. В момент совершения данного преступления вышеуказанный магазин не находился под охраной сигнализации неизвестной охраны, поэтому сигнал поступил через дежурную часть УМВД. В свою очередь, хозяйка магазина после салона красоты, после произошедшего решила установить систему охранной сигнализации, кнопку экстренного вызова наряда полиции. Но вернемся к инциденту. К счастью, женщине удалось вырваться из помещения, и на помощь к ней подоспели бойцы Росгвардии. По прибытию мы увидели, что неизвестный гражданин бежит за женщиной, держа в руках в одной руке топор, в другой нож, скотчем заклеенный к руке. Незамедлительно мы его задержали, применив боевые приемы борьбы и надели на него наручники. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 119 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Сотрудники Росгвардии призывают предпринимателей не пренебрегать установкой тревожной кнопки. По статистике за 2021 год нарядами внешней охраны Ленинского городского округа предотвращено именно по выездам сигнала тревога по кнопке экстренного вызова наряда полиции порядка 31 преступления. Возбуждены уголовные дела. 27 марта будет отмечаться День войск Национальной гвардии России. В преддверии праздника мы желаем всем сотрудникам счастья, профессиональных успехов и мирного неба над головой. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.